Алпамыс, алдына сен маған не айтқан едің? Инстаграмда? Сен туралы айтқан шо? Чо? Опа! Міне, брат. Все, давай. Қоңнан алмай-ақ қой. Главное, шық бойға. Все. Все, видели же все. Көріндер ғой. Дайынсың ба? Что ты мне говоришь? Я тебя так. Ты повторяешь мои слова и немного интеллекта прояви. Друзья, ну а я по традиции хотел бы поблагодарить нашего главного спонсора и партнера, компанию OneX. Самые большие выигрыши, высокие коэффициенты, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий. OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но а также во всем мире. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneX.ru и получи крутой бонус на свой первый депозит. Переходи, регистрируйся. Баршаңызға ассалому алейкум, құрметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики RFC. Сегодня у нас новая пресс-конференция, новые лица, новые герои и новые бойцы RFC, именно медиа-лиги. Поэтому, ребят, сегодня будет очень интересный, горячий выпуск. Я думаю, это... Без сомнений, Вась. Этот выпуск наши зрители запомнят надолго. Ну а со мной, как всегда, мой незаменимый соведущий Василий Тахтай. И основатель первого и самого лучшего поп-ММА промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Не забывайте обязательно нажать на колокольчик, так как новые выпуски выходят каждую неделю. И не хотелось бы, чтобы вы пропустили новую жаркую пресс-конференцию или же новый турнир. Поэтому, ребят, следите. Ну а мы начинаем нашу сегодняшнюю пресс-конференцию. Ну что, друзья, давайте начнем нашу пресс-конференцию. И с самого начала я бы хотел сказать о том, что она сегодня будет необычной. Вась, так как сегодня впервые, наверное, в RFC, момент, когда на пресс-конференции присутствует девушка. И это... Не совсем обычная девушка, а я могу с уверенностью говорить о том, что это гордость Казахстана. Первая чемпионка мира по грэпплингу в Республике Казахстан, а также чемпионка Азии по дзюдо и мисс Европа Континенталь 2022. Абылкадырова Айгерим. Рахмет, Уркен. Хочу вас перебить, Рамазан. Алпамыс, алдына сен маған не айтқан едің? Инстаграмда? Сен туралы айтқан шығар. Чо? Сын туралы айтқан шығар. Брат, нырок, нырок, делай нырок. Опа. Охранник, кажется, не ожидал такого поворота событий. Мне кажется, здесь никто не ожидал. Я холостой. Сабр стой, Кагир. Эмоциями, кішкене, ұстап. Кішкене, алдына ие бол. Мен қазір бәрін таныстырып өтейін. Сосын мен... Шыны керек, не болып жатқанда түсінбей қалды шыны керек қазір ғана. Бүгін бізде RFC пресс-конференциясында Алпамыс Утелов. Алпамыс, қош келдің. Сен біздің пресс-конференцияда бірінші рет емессің. Оның алдында сенде дара бозбен шулы бой болған. Бүгінгі сенің қарсыласың Алихан Амангелді Астанадан келіп отыр. Красавчик! Негізі бұның алдында RFC-де ешқашан біз пресс-конференцияда енді қыздар болған жоқ шыны керек. Менің түсініп отырғаным бойынша Алихан Амангелді, Айгерім, сіздер... Доспыз. 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 Yeah.
Мен жа түсінгенім бойынша ұшқан бутылка, бросок слишком көп действие болып кетті, бір 10 секунд ішінде түсінбей қалдым. Соған қарағанда менің түсінгенім бойынша әйгерім Алпамыз ТикТокта бір дұрыс емес зат саған айтты. Енді сендер екеулерің төбелеспейсіңдер, сол үшін жаңа Алихан келіп отыр, иә? Алихан, өзіңді таныстырып өтсең. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Вообще, эта история началась с того, что мы с Айгерой поспорили, сидели за столом, у нас был спор. И это видео выложили в Инстаграм, там просмотр около ляма было. И как бы все заинтересовались, и в ответ Алпамыс ответил там, ну, допустил в мою сторону, если так сказать. Мен айтанч, негізі былай болды. Бұлар спор ластыпты, что был жігіт, мені де, если надо будет, дара бұзды да, отдельно кәдімгі айрам дейді. Білмеймін қандай спор екенін ұмытып қалдым, но сөйтіп мен комментарий жаратқан болатын, осылай да осылай. Сен как бы өзіңе, сөзіңе ие бол, егер шығам десең, содан басталып кетті уже, басқасының барлығы. Солай уже, содан кейін бұл кісілер уже сторис сала бастады. Сөйтіп жаңа әйгерім суың тәтті екен жан. Қайтарсай суды? Суыда, жіберген суыда мысалы әйгерім жаңағы өзі де допускать етті, жаңағы шықпайтын болсаң, менімен шық қыз болып деп. Содан кейін мен де бұның бұған қатысты сторис салған болатынмын жаңағы. Жоқ, қалай айтты саған дейсің? Егер шықпайтын болсаң, мына кіммен, Алихамен, онда қыз болып менімен шық дейді да. Еще пост ол. Жоқ, былай болды да, Алпамыз басында сен өзің бастадың ғой. Ұйықтайсың, что-то тихий час, сынок, бірдеме деп, он сам допустил. Енді мен сен ойлашы, Алихан. Все, мен сөйлейін да, сен перебивай деп қойса, мен сөйлеп қойын, сосын айтасың. И потом, бәрі осы бой болатын кезде, өзі секіріп кетті. Гонорар у меня лям, полтора, туда-сюда деп. Он да, бәрі условиясын көніп барыватыр, из-за того, что это для меня принципиальный бой. Мен айтуатым, басында он сам допустил в мою сторону, для меня это принцип. Не на первом месте не спортивная составляющая, а такое свое личное. И за Айгерим, то, что он сказал, плоскогубцы туда-сюда, он оскорбил. Мы Алихан, с тобой еще... Мне вообще бы стыдно было после него, когда он про танцора говорил, а потом братишка его уснул. Мне вообще бы стыдно было после этого выходить вообще сюда, брат. Все, хорошо, сын. Вообще, отдыхай, пожалуйста, шепкать. Брат, отдыхать сейчас ты будешь. Ну, я сегодня пообещал только одного человека в день усыплять. Я так чисто усыпил уже. Давай помолчи. Ты скажи, ты за кого болеешь? За вас, конечно, прекрасно. А тебе не заплатим? Я, брат, чисто пришел сюда шоу сделать, брат. Я делаю. Давайте шоу. Поприветствуем Нуржан Шудабаев. Это парень, который очень долгое время говорил о том, что он это его место и то, что он должен здесь быть, то, что он и есть хайп. Мы относительно недавно познакомились, и я подумал, давайте посмотрим. Почему бы нет, да, брат? Да. То есть у тебя очень интересная предыстория. Спасибо большое. Да. Спасибо за приглашение. Да, поэтому хотел вас познакомить сразу с Нуржаном. Вот. Хлопай. Алпамыз. Былай ғой. Енді бұл кісілер өздері тастап отыр. Изначально пасыл сол жақтан болды. Как насчет боя деген. Бойға қалай қарайсын деген. Әңгіме сол жақтан басталды. Мен өздігімнен салған жоқпын. Просто мен шығам деп, мен анау деп. Өйткен бұл жігіт танымайын да. Енді Айгерімді танимын, база жоқ, оны бүкіл Қазақстан таниды ғой. Жарайды, енді мен ешқандай эмоцияға берілмеймін ғой, қыз бала, сондықтан да уважение әрқашанда. Енді то, что было, стористе айттық, жарайды, стористе айттық, оны ертең бойда шешеміз. Но мен бұларға конкретно айттым. Маған то, что хай, подписчик, неинтересно. Қызық емес, өйткені менде шүкір Аллаға 1 миллион ТикТокта, 100 мыңға жақын Инстаграмда уже. Құдай қаласа, Ютубымда нормально уже. Мен айттым, давайте шығасың ба, шығам деді. Базар жоқ, гонорар төле деді. Қанша деді? Сөйтіп, басында 1 миллион кейін, 1,5 миллионға көтерілді. Бұл кісі өзі видео салыпты. Қасында атың бет, Наурыз. Наурыз видео салған. Осылай да осылай, ақша дайын деді. Енді мен Наурызға айтпашым, Наурыз, сен видео салдың, ақша дайын деді. Дұрыс па? Конкретно мы. Ақша дайын, брат, ақша дайын. Наличка, как ты просил, я принес вот. Конференцияда берем дедім. Брат, мне дай, брат, мне дай. Друзья, чтобы я сейчас на одну минутку перебил вас всех, чтобы вы понимали, это настолько принципиальный момент у ребят, то, что RFC здесь не платит гонорар никому, и
ребята сами попросили эту площадку как в виде возможности именно выяснить свои отношения внутри октагона. Я очень рад, то, что это не происходит где-то на улице или что-то еще. Ребята сказали, дайте нам эту возможность, тем более Алпамыс является там тиктокером-миллионником, мы сами с ним весь этот момент урегулируем, решим, поэтому это вот только инициатива ребят. По сути, Алпамыс, он бинго урвал, брат, я мог любому заплатить любой гонорар. Я так же, как и вы, мне чисто... Просто на районе, здрасте, подрасте. Не на районе, брат, именно в Ютубе, именно здесь. Я новичок, брат, мы буду качать. Да, я как они, я чисто поугарать пришел. Так что, Алпамыс... Вот ты со мной, брат, давай с тобой сейчас. Я сказал, Алпамыс, всем бинго отводно, реально, джекпот ты сорвал. Да, мне... Джекпот там, Алихан, джекпот отпаем, мне айтыватырым, хайп саған керек шығар, просмотр саған керек шығар, лайк, мені халық әзілкеш. Азель среда, прикол среда. Вчера, ладно, Тухташ, Рамазан Тахтай, у нашей команды есть такое предложение, в общем. После боя, конечно, мы это все обговорим. Большие планы есть. И в этот план входит то, что мы будем RFC максимально раскачивать. Так что и в ваших интересах, я думаю, но бой все покажет. Не только бой сам, а выход, это все, весь шоу, вот это вот. Мы максимально приготовились, мы готовы. Ваша команда максимально поработала, брат. Я думаю, нас заинтересует. Короче, битикс. Хорошо, ребят, я только за все креативное, за то, что не переходит определенные границы. Не слушай тебя никто, подожди. Рамазан, Тоташ, давай битик. Енді ақыры мына жігіттер шығам деп отыр. Ана чемпионканы алып кепті. Давайте маған конкретно осы жерде докажите, мен ақша бар деп. Давайте. Вот деньги, брат твой. О какой сумме идет речь? 1,5 миллиона. Полтора миллиона. Сен, жоқ, бойға шығасың ғой реально өзің. Қара. Жоқ, жігітше, сен қазір алып, қанша адам алдында қазір ит бітіп кейін жоқ болып телефон көрді. Мы за ним полтора месяца бегали, брат. Сказал, жоқ, қара. Мне это прикольно было, потом стало принципиальным. Я готов заплатить. Он 5 миллионов попросил бы, я бы заплатил. Любому заплатил. За 5 я выйду тоже. Но он попросил 1,5 миллиона. Мужик, мы поняли, что ты любишь деньги. Я даю ему 1,5 миллиона. Санайсың ба? Санау жоқ, мен сенемін, давай. Во-первых, қолсақшы, сен шығасың ғой бойға конкретно. Алихан шығасың. Все, шығамыз, жігітше, менде задний жоқ. Мен егер задний берсем, видео түсіріп, кете салмада болатын еді, дарабузбен шыққанда весі үлкен деп ше. Задний никогда... Брат, базар жоқ сен, дарабузбен шықтың ол үлкен вес. Алихан 10 килограмм кішкене сенен. Плюс саған біз өзіңіз беріп тұрық гонорарды, айтқан гонорарды. Біз саған онша осынша төлейміз деген жоқ, біз сені өзің айттың маған 1,5 миллион беріңдер деп. Дұрыс. Міне, брат. Все, давай. Қолыңнан алмай ақ қой. Главное, шық бойға. Все. Все, видели же все, көріңдер ғой. Он взял деньги. Если он не выйдет на бой... Я подогревал, братан, подогревал. Дай сюда половину. Подогревал. Ну это опасно, брат. А вообще, не для меня. Для меня вначале не было вообще интереса такого. Вот ребята, вот Наурыз, он любитель таких. Ему интересно, как я подерусь, как себя поведу в октагоне. Я видел просто, больше он был вначале. А после того, как он начал допускать, это уже... А он вечно допускает, потом от танцоров получает. Видели же? Что, Алихан говорит, мне конкретно он нужен, говорит. Потом он сказал, типа, спокойной ночи, дедба, не жаль жергесен, брат. И кто, дедба, бредеме, жаль жергесен, но говорит, мама, конкретно, осын берш, осын берш, говорит. Рамазан, былай айтэкші, бұл жігіттер жаңа айтыватыр, бір жарымай, қайда болдың, анау мынау деп. По идее, біз бұрын шығу керек болатынбыз, но ораза болып қалды, оның үстіне өзің де білесің, RFC-дің жаңағы кішкене шегерілді. Просто бұл жерде адамдар недопонимание болып қалмасын да түсінбей, сонда Алпамыс бір жарымай қашып жүрген ба? Жоқ, ораза. Ол енді мен ойлаймын, мен 1,5 миллионды алғаннан көрі Алланың алдында оразамды ұстап сөйтіп жүрдім. Соған байланысты шығамадым. Мен ұрып, біреуді ертең қан қылып, одан кейін барып оразамды жалғастырамай. Ораза біткен кейін ұрып, қан қыла берейін деп қойсың. Бұлар. Енді келіп тұрмын ғой, брат. Не дейсің? Келіп тұрмын, міне, алып. Сен либо мына жақ, мына жақ болса, жарайды. Главное, сен шықшы бойға, бауырым. Болды. Сендер айттым ғой, маған қызығы ақша, дұрыс па? Айттым ба? Келдім ба? Шығам дедім ғой, қол алдым. Все болды, бойды күтіңдер. Алихан, сен спортпен айналыстың ба? Ну, спорттан хабар. В детстве, как и все мужчины, занимался, да. Каратэ занимался, кикбоксингом чуть-чуть занимался. Осы жерде айтайыншы, Рамазан. Сен білесің. Енді любой адам көреді ғой мені, қалай спортпен енді келген адам қандай. Қолым түсіп қала берді өткен бойда. Оның минусы қаншама адам айтты маған. Қолың түседі, джеб дұрыс емес, стойка жоқ. Мына жігіт маған айтып атыр. То, что ол қатыспаған еш жерге, вообще опыты жоқ. Жоқ, қатыстың ғой, мен айтып отырмын ғой, кикбоксқа қатыстың. Жарайды, кішкентай кезіңде. Но сен мынандай дүниені түсін да,
Егер сен ойласаң, типа, мен хайп қуам, мен алпам сенем, анау, мынау, базар жоқ, мен сенің сөзіңе сенем, менде задний жоқ, шыға берем. Хоть весің көп бола ма, бойың нағы 2 метр. Сенде зато бір бойың бар ғой, клеткіден дұрыс па? Сөзіңде тұрсаң болды да, мен спортсмен емес. Потому что сені салып атқан стористерің бәрі байетістер салып атыр. Только байцы. Мен айтқан бұларға продвигат етіндер өздерің бойды. Я думаю, может, актер, вайнер там. Да, мен алдында сен көріп жүрсің ғой, мен залда. Алпамыз, мен залда тренировка істеп жүргенімді көріп жүрсің. Бақара. Сен бәрі раскладты білесің. Он несін мына жақта қозғалды. Ойға дайындалу деген. Сен алпамыз алдыңда отыр енді. Можем так узнать. Алихан, ты со Астаны, правильно? Да, да, да. Василий тоже со Астаны. Я думаю, если бы он был бы спортсменом, Вася, скорее всего, его знал бы. Не, ну если честно, как спортсмена, вот мы только сегодня с ним познакомились. Познакомились сейчас только. Я говорю, ты занимался? Да, мне айтырмо, менде қорқу жоқ. Просто любой адам, да. Жоқ, айтпа. Тоқтар, мен айтып отырмын. Любой адам, да, любой адам, ер адам, спортпен айналысады ғой. Сен де просто так клеткеге шыға салған жоқсың, дұрыс па? Қандай, какая-то база была у тебя? Жоқ, былай бетекші, Алихан, қара. Мен айтайын деп отырған мынандай ғой. Бәрлігі жігітше дұрыс па, қол алыстық дұрыс па, ен жігітше да қанса болсын деген ғой. Жоқ, егер де мен түсініп отырмын, егер де ертең ұтылып қалатсаң, клетка ғой, все может быть. Сен ертең бастама, ой, сен оказывается осындай екенсің, осындай екенсің деп бастама. Сен көріп жүрсің мен историямның бәрін. Я веду свою жизнь, как я веду. Брат, любой адам сториске өзінің тренировкасын самаяқ шыға береді. Надо признать это. Все вообще не понимаю, не... какая себе разница. Самое главное, Ахшан Алдын, ой, да? Ахшан Алдын согласился. Зачем это? Карасандаш... Зачем это? Не перебивай, нужен? Подожди, говорит же, что тут. Да, Млан, Ахшандаш. Ты не наработал на эту сумму. Баба, все впереди. Я тебя поддержу, тебя не ударили. Джо, Млан, білмеймін енді вообще ғой енді потом узнаешь брат бағана 5000 теңге беріп қойған брат 5000 теңге беремін ау 5000 теңге беріп аузын жабу керек ау білмеймін басқа амал жоқ сіз көп беріп қойдың ау деймінші бір шиша берсеңдер жабамын дейді ғой білмеймін енді короче сондай история жігіттер қалайды бойды мен не против условия айтылды келісті біз шығамыз дедік Онда неге тұрмыз? Let's go, face to face болса. Просто сен бүйтіп айтып отырсың да, кім алпамыз. Біз оправдываться етіп отырсың, Алихан оправдываться етіп отырсың. Мен байыт емеспін. Оправдываться еткенде былай ғой, қарашы. Жоқ, қара, қара. Қарашы, Рамазан спортзалға барады. Тоже байыстермен жүреді, тренировка істейді, спортсмендермен жүреді. Мен айтып Рамазан царь. Короче, былай ғой. Рамазан царь же. Алпамыз. Ақшаны алдың ғой. Алдың. Я музыку включаю. Танцуйте. Танцуйте. Что, иди face to face делай. Не, сейчас, подождите, ребят. Алпамыз, сен дарабозбен оның алдында төбелестің. Сол бойдан кейін, өзің арғарта айналыстың ба спортпен? Мүмкін техниканы сәл дайындадың ба? Жоқ, Рамазан, әрине енді бірінші келген адам енді, мен мысалға басында спортта жоқпын. Әрине келген кезде уже дарабозбен шыққан кезде уже адам понимание болу керек. Мен оказывается вообще дайындалу керек екен ғой деп. Мен айта алмаймын енді масқара атам сұмдық дайындалдым потому что сен де өзің де түсінесің спортқа жақын адам болған екен бір екі айда невозможно үйрену үш төрт айда или оған ай кетеді но по возможности спортзалға барып там стадионда жүгіріп деген сияқты істедік бірақ енді анандай масқара азан таңнан кешке дейін дайындалдым деп айта алмаймын ондай нәрсе жоқ енді сұмдық форма жоқ деп енді сұмдық форма ол байестерде ғой только профессионал негізі алпамыз жаңағы Алиханнан бөлек саған сұрақ қояйын дегенім ол дарабозбен реваншқа шығуға не ойлайсың дарабозбен егер мына бойдан кейін енді уақыт бар әлі қанша уақыт одан кейін егер жақсы болып жатса барлығы и мен айтып жатырмын ғой маған во первых рамазан сен түсінуің керек подписчигім бар мен бұл мақтаныш емес мен ешкімді төмендетпеймін мына жігіттер де мақұл прикол ұстаса да бәрін уважаю но енді менде бұл жерге хайп қуып келген жоқпын подписчик қуып келген жоқпын мақұл мен көтерілемін деп просто маған қызық нәрсе егер денежный соотношение жақсы гонорар төленсе онда let's go кеттік Алихан тағы да айтатын сөзің бар ма бойды қалай аяқтағың келеді айтатын сөзім бар иә осы бір айда мен спортзалда қондым деп айтсақ та болады потому что это для меня принципиальный бой, как я до этого говорил. Дайындық жақсы. Единственное, жаңа осы Алматыға келіп кішкене слабость болды, но это нормально. Бланшафт
форма, я думаю, неплохая. Енді октагонды клеткеде көреміз, қалай болады. Я клетка көрсетсін бәрі, қандай екен, қандай формада екен. Осы ойдан кейін, Алихан, егер жеңіске жетіп жатсаң, ұтылып жатсаң, алдағы мақсаттарың қандай? Рамазан, вот, Кара, смотри, у нас вообще план такие, если я себя очень хорошо почувствую, если я выиграю этот бой, у нас есть предложение, как я вам говорил, после боя мы обо всем поговорим. Прям я там в клетке скажу, очень интересное предложение. Я думаю, вы от этого не откажетесь. Face to face. Вася, я думаю, давай не будем томить, тянуть. Готов, на середину бойцы. Да, все, толкай, брат, толкай. Не, не толкай, подожди, брат. Мы договорились. Face to face. У вас вся команда на фейс-ту-фейс вышла, да? Я наблюдать, брат, я наблюдать. Дай сам, да? Ай, верно. Хоп! Вот! Жүрсіз өлесейік-та? Жүрсіз өлесейік, кел. Не ану, адамдарың, 3-4 адам мен кегесі. Мужик сияқты бір өзің кемейсің ба? Клеткеге бір өзім шығам ғо. Клеткеде емес мәселе, брат. Сен уже духтан сынып қағасың. Төрт адам. Зачем саған айтшы? Сен қорықпа қой, еш өзім шыға салам ғой. Өзім қарап тастаймын. Самый главный, вы же исход боя не купили же, да? За исход боя не заплатили же? За исход боя, да? Алпамс, мне кажется, ты можешь согласиться, да, если они тебе нормальную сумму дадут? Я думаю... Жоқ, үш қадай сағылашын ешін. Енді мен айтатын әрине қыз қой енді, қанша дегімен уважение бар, ол Қазақстанның атынан шығып жатқан. Я жарайды енді қыз эмоцияға берілет, бірақ олай енді қызбен шығу деген, қызбен бой деген. А сенікі дұрыс па, что қызды оскорблять етуге? Енді... Публично еще. Сен тем более сенде, да, подписчиктар бар. Сиха, пусть скажет, подожди. Сенде он подписчик болсын, да, даже сон онына да айту да кішкене ұят болу керек қой. Зачем қызды оскорблять? Ер адам дегенде, юбка ки, шық, қыз бол дегенде, ұят қой тірлі. Давай не будем, хорошо? Духың жетсе, вот Алиханмен шық, көреміз, көреміз, көреміз. Молчание золото, братан. Молчание золото. Помолчи, что-то. Красивые слова говорят. Все, с вашим поединком мы определились. Вот, по условиям вы сказали, все, сами уже договорились. Вместе с Алпамысом также договорились. Поэтому давайте, да, посмотрим бой, поединок. Вот, и давайте перейдем к нашим следующим участникам. Вот, и вам самое главное пожелаю без травм, аккуратно. А вообще, кто вот смотрит, көріватқан көрермендерге айтқым келетіні, бізді Алпамыс екеміздің бойда көріңіздер. Өткені не только бой сам, но и выход, вот это весь шоу будет, он такой эффектный. Біз оған қатты дайындалдық, так что бүкіл көрермендер... А вот мне интересно, какую цель вы преследуете? Вот вы очень сильно там потратились на гонорар Алпамыса, да? Вы хотите сделать какой-то супер выход, проходку. Получается, в дальнейшем ты хочешь дальше выступать и раскачивать себя именно в боях? Или это такая разовая акция? Просто? Нет, это не разовая. Ну, вперед не буду забегать. После боя, если я все это нормально буду себя чувствовать, если мне это понравится, я вам так скажу, мы то, что Алпамысу заплатили, мы 3 раза больше гонорара мы потратились на этот бой. Потому что если мы беремся, у нас команда с 15 человек состоит примерно. А вы чем занимаетесь? Я вот даже не знаю, честно. Вот ты говоришь, ну, что время команда бизнес у нас... это... Вы бизнесмены? Родители богатые, брат. Родители? У меня, да, я их не знаю. Они бизнесмены. Они бизнесмены. На образу. Не, мне просто интересно стало, да. Поэтому я и спросил. Ну да, если за что-то браться, я думаю, надо максимально делать достойно. Окей. Вкратце, что... если сказать, есть цель, которую преследуем, но после боя, скорее всего, объявим об этом. Вам в октагоне там никаких сюрпризов же не будет, да? Не-не-не. Выход будет мощным. Выход? Окей, окей. Хорошо. Давайте пожелаю вам удачи. Алпамыс сәттілік, Алихан сәттілік. Объявляю наших следующих участников. Это Нуржана Шаудабаева. Я уже представил. Шудабаев. Шудабаев. Извиняюсь. Второе имя красавчик. Второе имя красавчик. Хорошо. Его соперник Алтынбек Казакбаев из Кыргызстана.
он хочет вынести всех бойцов по очереди. Ну, пусть мусор вынесет сначала. Да, брат, мусор вынесет сначала. Это его слова. Сейчас вынесешь, братуха, что ты. Нуржан, в чем дело? Я вообще хотел сюда прийти, заявить о себе, потому что я чувствую то, что я медийный человек. И вообще не знаю, у меня должен был быть с физруком быть, я бы быстро бы его усыпил, бы дальше пошел. Но почему-то не получилось. И вот претендент пришел, который должен убрать. Я тебе могу план на бой рассказать. Хочешь, брат? Давай. Я принес тебе подарок. Ты с кем будешь, брат, на бою? Хандайдейсин. С кем? Есть переводчик аударматом? Чего, сен, шашпай, слёсён. Нет, я тебя в первом раунде усыплю, ты на эту подушку ляжешь, хорошо? Принцесса, ты же? Тебе написано принцесса. И тебя просто укроют потом. Он не понял все равно. Чего, тушиным, тушиным, ушуга, сен. Гуляй, брат. Чего, чего, өзің жатып қалбау. Не кидай, я у мамы для реквизита взял. Мама ругаться будет. Все, это тебе просто подарок. На бой. Болды. Все. Шумен, өзіңді ақыратына жатқыз тоңдан мұнай ұлдырпчу. Красавчик говорит. Я говорю, я тебя вот это, как, что ты мне говоришь, я тебя ты так ты повторяешь мои слова, немного интеллекта прояви, если ты умнее, брат. Чонгыз, ой, чонгыз тенда, гим. Красавчик, красавчик, хэнсом, хэнсом. Жан там бер, маймыл болтасына, мен өзім таныштыр қойын, ассаламу алейкум сен. Шуро, шуро, шуро. Мен атым Алтынбек. Брат, подари, шуро. Фамилиям Казакбаев. Ухчу, брат, тузылды өрбей, жаман қызды. Сейчас, нужен, пусть он выскажется. Пусть выскажется. Мен атым Алтынбек Казакбаев, фамилиям. Бұл байқанар бұл, Казакбаев. Мұндай, кровь тоқ, мұндай, барда. Сен блогер Вайнер. Мен блогер Вайнер мен. Орысша сөйлесем азыр. Кішіне, покидайт русский язык болып қатты. Ошо үшін, ырғызша ле сөйлеурейін, шашпай сөйлеуін әрекет қылайын. Сен мені түшінгенде бол, қазақ қырғыз бір туған дейді, мұндай. Жайырақ сөйлесем, түшінесің, вроде, Ангелина. Слышно, это сардели, чему это сарва? Не, говори, да, четко, четко. Он шел. А? Нуржан будет гуру. Алтынбек. А все? Не деген не лод. Что ты хочешь сказать, брат? Ничего не хочу сказать, а что ты хочешь сказать? Есть проблемы, можно порешать. Там берели, клоун был. Если смазал, можно стать по разуму, как оно говорит. Смело? У меня на районе задрать и подраться, брат. Да, брат, есть перчатки, есть рубрика, минутка. Ребят, проще чуть-чуть. Да, знаешь что? Вот это, блядь, уже неправильно. Пошел. Пошли. Зачем пошел, ты? Пошел. Есть перчатки, можно побоксоваться с ним? Раунд. Пошел на. Раунд, побоксоваться есть? Пошел. Проблем. Денег мне хватит. Кто хочет побоксоваться? Давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Есть ладно. Алпамыс. А? Есть ладно. Алпамыс, я тебе не разрешаю. Я тебе не разрешаю. Че, хочешь? У тебя денег не хватит. Вот это, я не буду трогать, я против его трогаю, я просто скажу, зачем ты бьешь? Я промахнулся, не бил тебя, потому что ты упадешь, она тебя потом не усыпит. Понимаешь прикол? А ты зачем бьешь меня? Это кофта Гуччи, футболка ты. Ты дурак, нет? Ваш водорж. Вот ботинок в тебя кинуть бы, блин, ну, блин, пообещал не драться бы, Рамазану. Дай себя добро, нормально все. Просто, ну, не умеет шутить. Я тебя после боя вызову, когда в первом раунде его уступлю. Волда, ой. Все, брат. Ну, хукум гелиотта был. Не из-за тикток тондели, горбы птерми. Что, есть маза? Не, стой, подожди. Подожди, ой. Без бойга шырвалай, потом. Потом. Не, мына бойдан шырвалай, сена. Ты можешь дать Алтынбеку перчатку. О, азыр, конечно. Есть маза? Жок, азыр. Берчик, ана, Эрнест. У вас есть минута. Боец готов? Конечно. Боец готов? Да. Бой! Время! Тихо, тихо, тихо! Стоп, стоп, стоп! Стоп, 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 стоп! Петличку, петличку уберите, ребята. Уберите петличку. Петличку убери. Стоп, 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 стоп. Охрана. Дальше, 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 второй раз. Подправьте PVC. Еще есть? Время сколько осталось? 30 секунд еще? Да, да, да. 30 секунд осталось. Бой, бой, бой! Да, бери, бери. Убей, что-то нормально. Спасибо, красиво. Да, стоп, 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 стоп.
стоп. Время сколько? Стоп. Ты перчатки снимаем. Такой минутки еще, конечно, не было у нас, Вась, да. Даже тут... среди профессионалов? Да, мне кажется, вы здесь... Ну, профессионалов среди актеров. Если еще несколько минут добавить, мне кажется, здесь ничего не осталось бы от этих ледов, камер. Одеяло не понадобилось. Одеяло, а тут поймем. Брат, не кидай, это мама дала, ты что, нормально? Я заберу потом. Я для реквизита взял. Алка, это труп. Она оценит, да, там, данк, это... Все. Аккуратно. Договорились. Все. Шоу делай, надо шоу делать. Мне тебе ну да вообще горбат ты мне тикток то нага инстаграм нага. А так если я тебе, брат, выиграю? Анан, братуха. Профессиональный боец первого года, что сорма блогер гач. Брат, честно. Если я тебя выиграю, ты всегда можешь на вебкам оператором пойти. Что Анна, я имею в виду, жена брат. Ну знаешь же про что я говорю. Халайкин, Алтынбек, ударларын сездің бе? Ударларын сезген жоқ. Не, удар у меня слабый. Разогрев, баштал кукетка на битухал да? Анан, брат, так, а турок карок ской дохшу чуть да мы. Охрана у нас мощная. Охрана, вы что? Охранчик термохтоп сдая. Ну, Нуржик, ты, наверное, понял то, что твой соперник не так уж и прост. Я думал, намного слабее. Я думал, брат, ты слабее, не подготовлен. Но сейчас увидел, что ты подготовлен, значит, у нас драка будет хорошая. Я за хорошую драку с кровью. И что, блядь, никто не падал, чтобы три раза пи***ешь. Я за то, брат. Надеюсь, так и будет. Конечно. А потом мы просто пойдем, я тебя укажу без фармака, ты мне шаро. И посидим, брат. Правильно, брат? Болды, конечно. Чисто спортивный интерес. Все, конечно. Боржик, ты что, не готовился? Ты столько просил бой. Окей. Я готовился, мы раз мы делаем тебе бой. Братан, я готовлюсь на один раунд. В первом раунде усыплять. Ну, я думаю, я в первом раунде усыплю. Можно на гонорар наши поспорить. Если в первом раунде выиграю, не выиграю. Я дам тебе вещи беру. Спортит ты. Ехала? Ехала. Поспорьте, давайте, ребят. Если я не выиграю в первом раунде, мой гонорар твой. Хана, беринчи раунд там, мега гимутся, да. Кто если выиграет, его выиграет, гонорар, да? Если он выиграет, твой гонорар. Да, давай, давай, давай. Давай. Все. Подожди, он не понял, сегодня Сумбен. Не, он понял, нет, правильно сказал? Нет, если я выиграю, его гонорар мой. Первый раунд. Не первый раунд. Тогда брат сара. Егер сен, мынау сені бірінші раундта құлата алмаса. Бағанадан бері кеватыр. Мынау да егер сені құлата алмаса. Бірінші раундта саған гонорарын береді. А, все, анда вообще сонда. Отуға қатысы жоқ. Бірінші раунд. А егер де бірінші раунд. Если я, вот, я правильно понял, если я первым раунду не уснул до того, он мне этот, свой гонорар дал, да? Потом на Дордой приеду, такой же купим, хорошо, брат? Как? На Дордой приеду, такой же купим. Я тебе лучше куплю. Все, то мама не поймет, брат. Да реквизиты чисто взял, брат. Почему ты не готовился? Ты очень долго просил этот бой. Кто сказал, что не готовился? Ну, только что вот у тебя была минутка. Я готовился на минутку, брат. И готовишь на минутку. Я надеюсь, что я в первом раунде вступлю. Ну, минутка здесь, Вась, прошло секунд 20-30, ты уже начал подыхаться. Да, ты же видел? Я с ним боксирую. Сзади три человека напало. Сзади трое напали. Не, потому что ты его начал душить. Нет, трое напало, один пинает, я вертушку дал, он упал, дальше не помню, что было, блин. Я не понял, блин. Что это такое, брат, было? Что делаем, а? Ты второстепенный герой тут, брат. Все делается для меня, это шоу вообще. Хорошего обезьяна мне нашли. Спасибо вам. А ты вообще борешься, да, Нуржан? Я сегодня вступлял, брат. Нуржан, ты борешься? Ну, я четырехкратный чемпион Казарнета по борьбе. А что по ММА не подрались? Ау? По ММА что не подрались? А у меня кулачка только. Я не смогу. Я на кулачку вывезу 2-3 раунда, по 2 минуты вывезу. Если будет с борьбой, только с девчонками поборюсь. А так не смогу, брат. Я не смогу физически, я не готов сейчас, брат, честно. Я как бы кайфовал очень долгое время. Я раньше доллар миллионером был. Агера? Не дик нау. Вот. Хорошая жертва. Бывший доллар миллионер и как бы голову скружило. Я много чего употреблял. И поэтому сейчас я благодарен Рамазану, то, что он меня свой опоздал, чтобы я начал свой истинный путь. И бросил свои пагубные привычки. Понимаешь? То есть сейчас очень много молодежи сидит на всякой хуйне. Ну, как сказать правильно. И мы должны, как бы, мы обладаем информационным полем, которое может помочь молодежи.
Поэтому надо... Да, ребят, я хочу сказать то, что это наша основная позиция. Мы, да, мы должны против помогать всяких наркотиков, употребления их, да, и всего остального. Поэтому Нуржик открыто рассказывает свою историю. Вот, и да. На самом деле, одной из его просьб было о том, что он хочет найти себя. Да, и я ждал. Здесь он говорил то, что он бывшим там был долларовым миллионером. Вот, и когда он первый раз подходил ко мне с таким же прикидом и начал мне это рассказывать, я особо его не понял, честное слово. Потом мои знакомые, друзья, ребята начали просить за него, чтобы мы ему помогли, чтобы он начал заниматься спортом. На истинный путь стал. Да, на истинный путь. И да, спасибо поэтому, большое. Нуржик, ты здесь. Мы очень надеемся, то, что все так и получится. Только от вашей поддержки, да, что помогать начнешь когда... заниматься спортом, да, и продолжишь свой вот, вот такая, хотел сказать, когда вы видите человека, который чем-то употребляет и что-то зависит, нельзя его упрекать в этом и гнобить. Нужно поддержать и помочь. Когда человеку что-то говорит плохое, он от вас, наоборот, убежит и закроется. Поэтому надо помогать и вместе держаться от этого зла. Надо бороться с этим злом. Правильно же? А что, от миллионов ничего не осталось? Ау? От миллионов ничего не осталось? Последний. Мамина я квартира загадаю осталась, которая очень дорого стоит. Брата квартира осталась. И воспоминания очень хорошие, которые вспоминаю перед сном. На что ты потратил свои деньги? Я потратил... У меня было роликсы, машины были дорогие. Три майбаха было у меня. Я все начал в ломбард закладывать, когда у меня кончились наличка в пакете. Я их тратил на красивых девушек, на цветы. Это все пагубные привычки. Все начинается с... из-за каких-то наркотиков. А дальше ты уже хочешь кого-то удивить, и все с этого начинается. И потом у тебя общество такое. Сейчас я благодарен, то, что я подружился с первым своим соперником, Еркебулан, который... Еркебулан здесь? Уехал. Но вот он, который меня тянет на тренировки. Я дружу с правильным обществом, не который меня тянут в клуб покайфовать или там в сауну. Я благодарен тому, то, что я благодаря вас обрек, вот, например, парня, не знаю, познакомился, вы вот братом... Я благодарен тому, что я нахожу правильное общество, с кем я могу ходить на тренировки и заниматься, как это было 15 лет назад. Что, так что спасибо большое, Рамазан. И хотел очень передать привет Бекиру Бариеву, 727 Car Дубай, аренда авто в Дубай. Надеюсь, мы все поднимемся, будем снимать машины там. И вот большое спасибо тебе в первую очередь, Рамазан. Да, Нуржик, мы будем очень рады, если твоя вот эта внутренняя борьба... Ты одержишь верх над всеми этими своими... Садись, братуха, что ты нормально? Вот. Себе заберу. Все, брат, мой подарок тебе, Конгол, $100 стоит. Новую куплю тебе. Когда на подушку сядешь, укроешься, вот этим глаза закроешь, типа не спишь. Все, обратно отдам. Мы еще, брат, увидимся сегодня. Что, Вась, давайте сделаем стердаун. На середину, бойцы. Ты куда пошел? Сядь, не тебя звали. Стердаун это рыскля. А по стердаун не было, да? Стердаун. Я по-русски не понимаю просто. Просто мене тупой глотас, да? Да, я тоже тупой был. А что, змея? У меня змея там, брат, туда ниже сделай. Дрожишь, зачем дрожишь? Рука всегда дрожит. Главное, чтобы рука не очко. Это лишняя пара. На камеру. Уступлю его в первом раунде. Смотреть будешь по телеку, как я тебя уступил. Все, короче, много слов говоришь. В ринге увидимся, там покажем. А то слишком много говоришь. Все, спасибо большое. Меньше слов, больше дел надо показывать. Все, брат, все. Понятно. Хороший выпуск был. Ребят, хочу пожелать вам всем удачи в ваших поединках, предстоящих боях. И самое главное, это без травм, без каких-либо серьезных повреждений. Здесь, на самом деле, как я и говорил, есть медиалига, где бывают разные такие ситуации, наши уважаемые подписчики. У каждого внутри идет своя борьба, которую мы, возможно, не знаем. Поэтому выйдите в октагон, покажите красивый бой, поединок, и пусть выиграет сильнейшая. Сейчас я хотел бы уже пригласить сюда вторую пару участников нашей пресс-конференции после небольшого перерыва. Друзья, и по традиции хочу поблагодарить нашего главного спонсора и партнера, компанию OneX. Самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий.
OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но также во всем мире. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRUH и получи мощный бонус от OneX на свой первый депозит. Переходи, регистрируйся. Достар, біздің пресс-конференцияның екінші бөліміне өттік. Бүгінгі біздің қонақтардың біріншісі, ол ең танымал TikTok-та адамдардың бірі, ол Мейрамбек. Мейрамбек, қош келдің. Қош көріп, бірағым. Қалайсың, амансың ба? Көптен бері көрмедік сені. Е, аман есен кішігірім, тірліктермен жүріп жатыр. Қасыңда сампо бар. Е, е, мен ағам болу. Қалайсың, амансың ба? Жақсы, сен де бойға шығады дейді ғой. Қашан? Осы жақында естіп отырмын балаларды. Көреміз, Алла қаласа, көреміз ғой. Талқылауға жетіп жүрген братандардың бірі ғой жалпы. Мейрамбек, айт енді, не өзгеріс, не жаңалық? Өзгеріс дегенде сол кино саласында жүрік қой, братан. Кино? Өзіміздің киноны түсіріп отырмыз жалпы. Ән жағынан барлық салада жүріп отырмыз қой. Қай сала өтеді, сол саламен жүреміз ғой ары қарай. Сериалдар түсіріп жатырсың? Иә, өзім сериал түсіріп отырмын. Красавчик, молодец. Сериалдарға түсіп жүрсің, сериалдарды түсіріп жүрсің. Иә, сол кино саласындамысың. Қандай сериалға түсіп жатырсың қазір? Өзім өмірбаян түсіріп отырмын, братан. Жақын арада Қарадам деген кино шығады, өзім түсірдік. Ағаларыммен ақылдасып жүріп, соны күтіңіздер, Алла қаласа шығады ғой, бір аптадан кейін. Тағы да бір басқа кино сериалдарға түсіп жүрсің ба? Иә, Алла қаласа Жезухаға түссем ба деп жатырмын. Қай сериалға? 44-ші серияға түссем ба деп жатырмын Жезухаға. Қай сериалды? 44. Жоқ, сериалдың аты қандай? Жезуха. Жезуха күшті сериал, жігіттер, красавчиктер, баса беріңдер. Өте қызық, нағыз қазақтардың сериалдарының бірі ғой. Сол сериалға түсіп жатсың? Иә, соған түссем ба деген ой болып отыр тағы да. Бір рет түстім 42-ші сериясына. И тоже 44-ші сериясына түссем ба деген ой болып отыр. Иә, баса бер, молодец, Мейрамбек. Енді өміріңде не өзгерістер болып отыр? RFC конференциясына келіп отырсың. Сенің қарсыласың, сен Біржанмен шығу керек едің, ә? Бірақ Біржан келмеді бүгін. Иә, короче, өмірде Біржана нет уже, да? Охрана басын убери. Как нет? Тихо. Э, манка, хуй. Пана, держи. Хуаманаш, бересе. Э, Бирамик, слышишь? Жүрш, кеш бірап. Емесе, сұлап жүрің ғой, маңқа, бергіш. Бұрам жүрш. Біржан, қош келдің. Ассалам алейкум сен. Что-то все очень ярко и супер эффектно врывается на пресс-конференции. Біржан, рядом с тобой твой друг? Алишер, это мой друг. Извините, то, что опоздал, вовсе, как сказать, у нас в Павлодаре просто нету пробок, а здесь в Алмате пробки очень сильные. Ну, буквально сколько? На минуту, на две минуты опоздал. Извиняюсь еще. А так, мой друг рядом, Алишер. Всем ассаламу алейкум. Сол, короче. Брат, что это что было, я что-то не понял. Да? Зачем так влетал? Ну, пересмотришь там еще. Нет, видимо. А зачем влетал так? Ну, захотел так. Нет, у вас до этого конфликт был какой-то? Ну, был конфликт, да, у нас. Просто не нравятся мне они, и все. Они, просто... значит, да, они, вдвоем. Бір сұрақ бар, да, просто, ну, нефрларды қайналып келгенсін. Нормальный жігіттер бар ғой мне, отырған. Жанда, кімді алғансың сен вообще? Мен толковать етіп жүрген братаным ғой, че там? Да, толковать ететін братаным ба? Че там? Әңгімең бар ма? Сен братандарыңды осындай көшеде былай сілкілейтінбіз аяғынан ұстап. Е, көтіріңізші. Қасындағы балдарым, білесің ба қанша... Тихо, пердешка. Мейрамбек, тоқта, Мейрамбек. Жезай болы. Тоқта. Тұршан, ғой. Реакция хорошая, Рамазан. Мейрамбек, тасаш сайба қазу, жетін бұдарыс. Біржан, в чем проблема, в чем конфликт? Вы
все время, где бы ни пересеклись, у вас какие-то терки, конфликты. И в чем дело, Биржан? У нас вообще конфликт как полгода. Мы никак не могли с ним встретиться. Я ему и в личку писал, мы прямые эфиры снимали, он там маты гнул. Мен ойлаған, братан, былай хайп қоламай қойын деп ше. Чем маған просто хейт кетеді да көп. Хайп қолайын туда, анау стим, нау стим. О, больше просмотр маған хуй, братан. Сеп бер алам да. Просто хейт да менде, ой, анау итті, анау битті, анау істеді, нау істеді деп айтады да. И болмайды да, братан, бәрібір ше. Мен хейт қоламай, нормально нерде отырғым келген. Түзі жүрсен хейт болмайды ғой. Нормально отырғым келген осы арада. Нормально сөйлесіп қазақшалап. Екеуміз де қазақпыз, брат. Кім отса да брат, бірақ адам қуанады. Сен үйіңдегі ата-анаңмен қазақ қуанады болды. Басқа ешкім қуанмайды. Мен тұрсам да, мен үйім, мен қуанамын болды. Қасымдағы братандар қуанады. Есіңде болсын, бәрі екеуміз де қазақ болған екен. Маған кім ұтса да. Сен ұтасың ба, мен ұтамын ба, маған қызық емес. Түсініп отырсың ба да? Ей, жүгіріп кеп, бүйтіп қатындық істемей қой, ана ұят болады. Мен сен братан деп бүйтіп уважать етіп сыйлап жүрсем, бля, сен істеп жатқан тірлігің мынау ұят енді. Жоқ, сен дұрыс жүрсең ғой. Базар жоқ, прачка деп сыйлаушы едім сен. Брат, не істеп қойдым саған, айтшы. Ең алдымен сен ассалаумағалейкум деп, ассалаумағалейкум деп айтсайшы. Еркекше дұрыстап. Амандасқан сүндет қой бауырым. Дұрыстап айтсайшы сен. Ассалаумағалейкум. Сан просто сен интернетте қанша екеніз, прямой эфир түсірдік, сториспен там қаншама газовать етіп, ау деп айғалаптың. А что, сен өзің бастадың ғой басын? Мен ответ қайтарып бердім. Дұрыс па? Не деп бастадым мен саған? Сен бастадың ғой, кім бар ана туда-суда маған атылдың. Мен саған. Жоқ, мен саған басында нормально сторис жаздым там. Мен обращение ұстадым сенімен, нормально обращение ұстадым сенімен. Тик-тик-тик-токта звезда болсаң сен, нормально көтерілмей, осылай жүктермен жүрсейші ровно. Эй, көтін қыс сөйлеші болу. Сен көп сөйлеме қазір. Да, сөздердің мәні жоқ, натурмен сен айтамын ше. Сен шығасың ба сен, братанысың ба? Да, сөздерің мәні жоқ, за братишку в ответе ты? Ағасың мен маған. В ответе ты за него? Мен саған айтып тұрмын ғой, сөздердің мәні жоқ сен, хором түсінің ба? Қалай мәні жоқ? Мен айттым конкретно, по факту айтып тұрмын. Иә, шамалы. Шамалы бірдеңе оқыса болады. Кітап, иә, шамалы бірдеңе оқыса болады. Біржан, сен, короче, мынандайсың, сен үлкенсің менен, дұрыс па? Дұрыс қой. Айтсай, үлкенмін деп қатаймайсыз айтады. Оған западло, брат, айтуға. Тыңда, сен менен үлкенсің да, мен сенен жаспын, брат. Сен ойланып сөйле. Түсіндің ба? Ойланып сөйле. Қазір мына арадан шыққан екен, арғы жақта не болатынын білмейсің сен. Соны байқасайшы. Мен саған стоп-доу айтам, ұят болады. Нормально нерде, нормально обращение ұстап, нормально бой ұйымдастырамыз. Адам қызықса қызығады, қызықпаса қояды нерде. Шоу анау мынау маған қызық емес. Сен қазір менімен хайп қолап жатсың ба, маған хайп никогда. Маған өз хайпым жетіп жатыр так. Сен өзің хайпың өзің хайп, мен ақ болып тұрмын. Сен вообще үндемей отыршы, саған сөз ешкім берген жоқ. Мен сен өтіп жатқан темадан мен давно өтіп қойғанмын. Сен конкретно бір сөзбен айтқанда бар ғой. Сен қолап жүрген түлкінің шешесі мен ұстап болып жеп қойған құбырдақ мынан батырып жатырмын, брат. Түсіндің ғой да? Енді мына арада конкретно айтамын, братан, шыға ма, бой ұйымдастырыңыз, менде уақыт жоқ, бір грамм. Нерде мал болып, нерде дөбелесіп, нерде бар ғой, мен ондай қызық емес. Шыға ма, шықсын, давай кетік болып, ертең бой ұйымдастырамын. Мен жалғыз өзім, екеуі шықсын. Братан, мен бірге қосып. Уақытым жоқ, мен бір грамм. Онда мен конкретно отырсын десе, әр уақытыма $100 төлеп берсін, бір минут сайын. Отырамын осы жерде, до конца отырамын. Сеп бере ала ма, менде уақыт жоқ, онсыз да проблема. Проблеманы шешім керек. Айт, шыға ма, шықсын, кеттік болды неді. Ең бірінші проблема мен, пока, осы жерде. Сен проблема маған қызық емес. Сен қашпасай, сен привычкаң ғой деп қашып кететін едің. Сен мыңқылдатып жас бала құса, 5 жасар баланың әңгімесін айтып. Форшкадан секірейін деп тұрсың ғой, қашайын деп. Ал? Алмау. Конкретно, брат, еркекше айтамын, сен хайп қоймай қойшы менімен. Хайп керек па? Өз хайпым жетіп отыр так та мені. Талай адам біледі. Құш, жос, көзіме көрінбеш. Бой ұйымдастырасың ба? Шығасың ба бойға? Смело, шығам. Заруба. Болды конкретно. Заруба бола ма? Маған да. Мейрамбет, ну күтті ғой ғой үшін алдай болған. Ой, нахуй, брат, айтып отырмын ғой, жас баламен әңгімесін айтып отырмын. Мал ұрым ет. Десе аузын жапшы, не фірі. Қазы харом оны харом. Сен неме гел жағылғансың ба, немесе алғансың жолдаңа? Бүйін амиге сізге харом. Айрпотсыңды мұрнына тық қоямын қазір, үндемей отыр. Сампо, просто мен шаш бар, мен көрсетемін. Мынандай ғой, жас бала да просто. Жас балаға понятно, звать еткім келіп тұрған жоқ, родной. Түсінесің ғой. Прикосайды екен, а. Сөздерінде мән жоқ та, түрі де жаман, түрі жаман тұрған ғой. Түрі де жаман келіспей ғой, вообще сөздер. Иә, конечно, білмеймін енді. Өз көреді, жас бала емес конкретно. Қатын бала шығасы бар жалпы, братан. Нервничать тамасайшы. А, братан есімі кім? Кім братан есімі? Танымаймын мен оны. Мен есімі Сампо болады, брат, толковать етші. Мен чемпион Азия боламын мен. Азия боламын. Понятие жевать етесің ба оған?
Иә. Қандай понятие жуать етесің? Сықсын. Сықсын. Сықсын деген сонда. Иә. Киш перчатки ди берш. Сам шығасың ба, братанысың ба сен? Отыр. Конкретно. Не огласен. Заспала ғой. Шандер перчатка бар. Братан, секірмей, петличканы лақтырмай, перчатка киіндерде бір минут ашуларыңды басып алды. Братан, охрана бәрі жүгіріп сендерді ажыратып жүреді мына жерде. Братан, шығасың ба? Братан, сен шығасың. Мен айтып отырмын, мен мына жерде, мен осы уақытқа дейін жоқ болып кеткен, сен мен дайындалып келдім да, братан. Жақсы аузың, сен жерде өнерін көрсеткің келіп тұрған жоқ. Сен шығып қойдың, бойда көрсеттің болды аяғынан. Бірінші раундтан ана нокаутқа түсіремін мен, натура айтамын, өзіме отвечаю беремін. Бірінші раундтан мен ұйықтатамын ананы. Мен сізге өзіме отвечаю. Ұйықтатпасаң гонорарыңды бересің ба маған? Кеттік па? Иә? Болды, давай. Смело. Рамазан, ұйықтатпаса гонорарын маған береді. Бірінші раундта. Ұйықтатамын сені. Еркексің ғой, иә? Еркекпін мен. Еркек қой? Сөзімді жауап беремін мен. Сампо саған не істеп қойды? Сапо маған ештеңе, өзі ғой қыстырылсын. Жоқ, братан, түрі жаман екен шамалы, түрі ше енді. Түрін алмай жатыр, әңгімесі мәні жоқ шамалы да. Сен әңгіме мәні бар. Жоқ, братан, уважение болса, адам сияқты келеді ғой ол. Бірден секіріп кетіп, не ол кәдімгі. Мен сол деп айтамын, бірінші раундты құлатамын ананы. Еркекше айтамын. Мен осы уақытқа дайындалып келдім ғой. Бұтым шыдамайды ғой. Тамырларым шығып жатыр. Бір джебпен құлайсың ғой сен. Левый джеб. Екі рет. Тік тік. Сөйтейік братан, бойымды ұстап бер. Жатасың ай. Ретін шығайық. Бүйтіп дірілдеп. Болды болды, родной. Сенікі дұрыс, родной, сен мықтысың. Сен қарсы емессің минутқа шығуға. Смело. Мейрамбек, жаңадан бері просто секіріп жатсыңдар, бәрін қиратып жатсыңдар, иә? Қолдарыңа перчатка киіңдер де бір минут осы жерде істеңдер. Жоқ, братан, мен просто айтып жатқан себебі мен ерде өнерін көрсеткім келіп тұрған жоқ. Мысалға мен қазір бля, ұйықтатып қойсам қызық болмай қалады да, братан. Мен ертең отвечаю, ұйықтатам. Ұйықтатпа, ұйықтатпа, жай көрсетші, Мейрамбек, көрейін. Мейрамбек, сен мені тыңдайсың ғой, иә? Давай шық бір минут. Ой, маған қызық емес деп жатыр анау. Мейрамбек, давай мен үшін шық. Қойшы, Мейрамбек, өзің шықсайшы, кел. Сен шық. Давай, Мейрамбек, давай мен үшін бір шық, давай. Жоқ, енді қатты дайындалдым деп жатсың да, маған қатты қызық болып тұр да ол сен негізі. Ертең көрсеңші деп жатқанмын ғой, қазір мен қызықсыз болып. Жоқ, давай қазір. Барлық жерде. Енді сен жаңа айтқан братаның сұрап отыр ғой сен. Мен саған айтып тұрмын. Таймер готов? Время? Есть? Все, бойцы на середину. Боец готов? А, Мейрамбек. Боец готов? Бой! Мейрамбек, астынан амп, 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 амп. Мейрамбек, астынан, 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 амп. Мейрамбек, астынан ұрсай, астынан ұрсай, амп ұрсай. Мейрамбек, астынан. Давай. Астынан, Мейрамбек, астынан, давай, астынан, давай, астынан. Мейрамбек, астынан, амп ет, амп ет, давай. Ей, ей, ей. Өтті, өтті, ішке өтті. Енді басқа көрсін. Абайла, абайласын, абайлас. Сколько осталось? Мейрамбек. 10 секунд, концовка. 10 секунд. Оценка у него, бал, бал. Стоп, 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 стоп. Что, Вась? Как сказал Мейрамбек, то, что он хорошо подготовился, увидел ли ты какой-то прогресс? Ну, судя по их вообще последним боям, что вот Мейрамбека, твой, ну, вы выросли, как, что могу сказать, уже чувствуете, не рубитесь, вот так вот, да-да-да, не плаваете, не машете, уже тайминг появляется, я думаю, еще пару таких минуток, уже можно нормально. Можно, наоборот. Оказывается, в клетке тоже нужен опыт. Я сам давно не тренировался, я вообще не тренируюсь. Просто раньше тренировался, сейчас вот потихоньку чисто к боям привыкаю, а клетка это совсем другое. Уличная драка это совсем другое вообще. А без шинки, если можно, вообще я с ним без перчаток хотел зарубиться в клетке. Не, зачем? Не, без если шоу, без проблем, я мясо устрою. Без проблем, на голых кулаках я согласен. Мы не сомневаемся, что у вас есть дух. Заруба будет, конкретно я вам говорю. Но все должно происходить только внутри октагона. Просто я в перчатках правилам вообще не могу, реально. Ну шингер-то они же примерно нормально будет. Ну, ладно. Ну, а так на голых лучше было бы. Бір-бірлеріне айтатын сөздер қалды ма? Сампо, не ойлайсың бұл бой туралы? Мейрамбекке сеніп отырсың ба?
Мен өзіме уверенмін жеңетіне. Уверенсің. 100%. Ана очень... Нандай ғой? Ол сенсің ғой мынандай, ә? Ол слабый, слабый жігіт. Сен мынандайсың ғой. Сөйлемейді. Мені мұлат. Жұмыс істей алмайсың, ә? Жұмыс істей алмайсың керек. Көтің шаруам өмірде. Үйде отырасың, ә? А, мақұл дейсіш болды. Аласың. Сөз тұр жаман тұрың, ә? Шоу. Қош сөйле. Күлкім келдірме, ә? Что, давайте не будем тянуть, наверное, сделаем стардаун сразу. Просто, братан, менде уақыт жоқ. Серьезно. Ребят, давайте перейдем к нашей следующей паре участников. Это, в первую очередь, давайте поприветствуем нашего гостя с Астаны. Это Арман Султанов по прозвищу Скайдан. Арман – это очень известный тиктокер. А сколько у тебя подписчиков? 2,5 миллиона подписчиков. Рекордсмен по просмотрам в Казахстане. 147 миллионов просмотров. 147 миллионов просмотров. Когда мне сказали, Скайден, я сначала, честно, не понял, но когда мне именно отправили твои ролики, я понял то, что я их где-то вот смотрел либо в ТикТоке, либо в Инстаграме. Поэтому очень рады тебя здесь видеть. Спасибо, спасибо. Что такой очень творческий, интересный, медийный человек, и который интересуется и спортом, ММА, поп-ММА в том числе. Поэтому рады тебя видеть. И соперник Армана... Нурдаулет Тулепберген. Нурдаулет Тулепберген – это гитарист, музыкант. Он также является блогером, поэтому давайте также его поприветствуем. Қош келдің, Нурдаулет. Рахмет, братан. Осы Рухфайтингтің осында пресс-конференциясында отқаным өте қуаныштым. Рахмет сіздерге осында мүмкіншілік беріп отқандарыңызға. Өзімді көрсетуге деген сияқты. Енді соперникімді мен көргем негіз, ә? Мен жаңа тура сияқты бай қарап отырыңызға рекомендациям. Бірақ та бұл жігіттің атын шынымен Арман екен, қазір естіп отырмын, Скайден деп. Соған қарағанда постоянно фейк болып жүретін сияқты. Өзің де фейк сияқтысың ғой негізі, иә? Фейк? Иә. Қалай фейк? Фейк аккаунт, постоянно Скайден ғой сенің атың, иә? Аха. Арман екен, қазір біліп отырмын да сені. А, ну да. Лақабатым ғой. Лақабатым ба? Дұрыс қой енді. Мен де негізі лақабатым қара жылқы. Қара жылқы. Қара жылқы десең, ол бірақ та мен оны лақабатпен жүрмеймін. Чисто өзім атыммен жүремін. Осындай өзің спорт жағынан, осындай физически жағынан көрсетін кезде мен сол лақабатты жамылам только. А так Инстаграмыма, ТикТогыма, ондай қара жылқы деп ондай фантомасия етіп үйтіп жазбаймын да просто. Нұрдаулет, қасыңда сенің досың, тренерің ау деймін, ә? Бір жағынан досым, бауырым, тренерім бірге дайындалып жатыр. Бұл жігітті де көбісі біледі деп ойлаймын. Намадта кулачный бойда шығып жүгірген жігіттердің бірі, өзің таныстырып кетсең. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің аты жөнім Айдар Фелдар Айдарұлы болады. Мен өзім базовый боксерім. Намат деген кулачкада бойға шығам, 4 бой жасадым. Аллаға шүкір, қазір бауырымызға жақсы араласамыз. Сол кісіге қолдау білдіріп, білген, білмегенін үйретіп дегенде қасына демеу болып жүрген жайымыз бар. Қазақ болғаннан кейін бірін-бірімізге осындай да көмектеспесек несіне бауыр боламыз? Сол қолдап салмақ, веса конкурсына көмектесіп, әйтеуір қолын қойып көмектесіп жүрген жайымыз бар. Иә, салмақты максимально қуып жатырық. Енді соперникімнің салмағы кішкене жеңілдеу екен. Бір жағынан соны ойладым да, ертең тағы травма болып қалып, бірдеңе болып қалса, мен өзімді де ыңғайсыз сезінемін да. Поэтому салмағымды қазір максимально түрде күніге веса конкурсымен беговой дорожкаға шығып алып тастауға тырысып жатырмын. Тырысқанда уже примерно 5 килограмм тастадым. Уже на бетін барлығына көріп тұрмын, мен кішкене толықтау болған, одан кішкене ғана артық болған. А так негізі бұйыртқаны енді. Өзің спортпен айналысқансың? Негізі мектеп кезінде бокспен айналысқанмын. Ол былай кәдімгідей бір мастер спорты болмаса КМС ондайға жеткен жоқпын. Бірақ та бір жеткен жетістіктерім бар. Областнойдан алып деген сияқты. Арман, расскажи о себе, өзің туралы айтып, да, чтобы люди также с тобой познакомились. Что сказать? Я вообще не представлял себя в рухфайтинге, там, в боях, там, что я буду выступать. Я всегда там в шоу-бизнесе где-то, что-то там, там, сям.
волосы крашу, жесть. Ну, бывает, это у меня, я не скрываю. Почему я вообще сюда пришел? Очень много сейчас молодежи, которая сидит в ТикТоке, которые прям акцентированно смотрят ТикТок. И такая молодежь сейчас отречена от спорта. Я не говорю, что все молодежь в Казахстане, я именно говорю по своему направлению. Я много знакомых знаю, которые тиктокеры, вайпнот, например, то же самое, который пришел. Да. Это неудачный какой-то момент, что вайпнот его выставили от имени ТикТока. Вы дружите с вайпнотом? Мы не дружим, но мы знаем друг друга. Просто это неудачный момент, в том числе, что я сейчас пришел защитить и притянуть молодых людей, которые сейчас зависают в ТикТоке. Потому что они отреченные. Обычно посильнее ребята, они как-то отрекают их. Ой, тиктокер, ой, там волосы красишь, танцуешь, туда-сюда. И они отрекаются от этого и не хотят в это ввязываться, потому что через жесткость все проходит это. Для них это как-то, не дано. И поэтому я хочу сейчас на своем примере прийти, показать, что я пришел, я не очкую тут, я что-то там, это чисто для меня, для людей такое побороть. Чтобы люди меня посмотрели, тоже сказали, вот мои подписчики, мои коллеги, которые тоже сейчас занимаются ТикТоком, увидели, сказали, вот у Армана же получилось. Я планирую здесь на долгий срок, я планирую здесь биться постоянно. Неважно мне победа, поражение, я настроен на победу, и я планирую здесь на долгий срок показывать бои, качественные бои. Отвечаю, что бои будут очень сочные, в первых раундах никто улетать там, я улетать не буду по-любасам. И моя главная сверхзадача, это притянуть ту половину молодежи к спорту, к здоровому образу жизни. Потому что многие тиктокеры, когда входят в шоу-бизнес, они немножечко теряются. Они на другой путь становятся. И поэтому я, когда на это все смотрю, донести это словами тяжело. Поэтому говорят, начни с себя, и пойду, за тобой пойду. Примером. Я Арман айтватсыма. Мен осы жерде мен көрсетіп, молодежің барын артынан тартуым керек депші. Бірақ та енді сен тиктокта түсірген видеоларыңа қараған кезде енді шашын бояғансың да мысалы. Сен сол кезде ойламайсың ба сен артынан өсіп келе жатқан кішкентайлар мысалы ертең шашын бояу болады деп? Ойлап жатырмын. Бірақ мен актер. Енді зачем ондай? Менің профессиям актер. Мен бітірдім профессиональный актер. Мен Астанада сериалдарға түсіріп жүрмін. Менің тикток аккаунтым не просто тиктокерский. Это кәдімгі профессия мен. Кәдімгі бір видеоға мен сценарий жазамын. Кәдімгідей соған операторлар келеді. Кәдімгі, мысалы, фильмға сені шақырса, шаш боясы, айтсасы шаш боя деп. Бояйсың ғой? Мен боямаймын. Сен боямайсың, но енді көп жігіттер негізі, қазақ жігіттер бояйды ғой енді. Даже достойный жігіттер бояйды ғой, по факту. Бар ғой ондай. Достойный жігіттер бояйды? Бар ғой ондай. Алматыда қаншама жігіттер бар бояйды. Негізі, Еркебұлан Тоқтардың өзі оны тоже бір киноға түскенде шашты бояйды. Рубит сететін жігіттер бояп жүр. Қателеспесем я, сондай болды ғой. Жоқ, енді. Помните наших Батыров, как они выглядели? У них всех была борода, были длинные волосы всех, да, вот посмотрите, если даже по истории. Поэтому, это как бы, дело особое. Это, мне кажется, да, это прям это ничего лежит. Такого, да. Особо прям, нет. Да. Вот, брат, трус айтыватсын, да, конечно, это стереотип, поэтому мен, мында, ол стереотип-то бұзуа келдім. И что мен шашын боядым? Ол мен от того, что я главное, хочу. Главное, чтобы молодежь это за норму не считала. Молодежь это за норму считать не будет, потому что я своим делом доказываю, что я пришел сюда, я красил, и что? Я пришел сюда биться же. Я пришел сюда биться, и я хочу доказать, что этот стереотип не нужен. Потому что они уже видят, что они выбирают, вот молодежь выбирает в себе сторону. Быть там жестким, рубиться там, потому что им они боятся этого. Либо выбрать слабую сторону, снимать тиктоки, краситься. Вот надо это как-то найти золотую середину. Есть и мощные, есть и слабые ребята. Через слабину перетаскиваешь на такую мощность. Нужна поддержка. Когда людей отталкивают, многие уходят на суицид, на такие, понимаете, когда категорично действуют с людьми. Вот здесь у меня сейчас позиция с их стороны их понять и направить путь. Мягкой рукой. Мягкой рукой, да, я согласен, я тебя поддержу. То, что на самом деле очень много молодежи, которые зависают в ТикТоке, кто не имеет никакого отношения к спорту. И вот как ты говоришь, когда... Я не знаю, как начать. Да, и вот кому обратиться? Частенько бывает, вот, Вась, наверное, ты очень много работаешь с детьми, с учениками. В школах буллинг, да, вот сейчас это так называется, да. Когда есть ребята, конечно, очень много и разных слабых ребят, которые психологически могут где-то дать слабину. Поэтому, да, это не повод кого-то обижать, там, гнобить в школе, бить тем более. Да, ни в коем случае, конечно, не стоит этого делать. Некоторые как думают, там, типа, кто выживает, тот сильнейший. Ну, есть же те, кто не может выжить, правильно?
И, бывают такие дети, вот мне даже как тренеру приводят, говорят, вот там сделайте с ним что-нибудь. А сейчас на самом деле дети очень жестокие. Да, вот именно молодежь. Да, и да, они да. начинают все издеваться там такой-сякой. И этот пацан, у него желание, не то что у него жизнь желание пропадает. Поэтому ни в коем случае не стоит этого делать. Нужно стараться максимально. Это в первую очередь воспитание, потом образование, потом спорт. Вот ты сейчас ему говоришь, какой пример там, волосы, не волосы. Это ерунда. Вы всегда с себя надо начинать. Заходите, материтесь, прыгаете, кувыркаетесь. Это тоже неправильно. По сути, вот эта ну, вся движуха, да, нужно всегда знать грань. Везде должны быть какие-то рамки, да, определенные, дисциплина. Тогда все будет хорошо. Воспитание, это идет с семьи, с детства, образование, потом спорт. Понимаете, нету мозгов, какой ты будешь. Ты будешь сильный спортсмен, ты пойдешь завтра кого-то на улице побьешь, тебя в тюрьму посадят, там, или там кто-то тебя убьет, застрелит. Ни к чему хорошему это не ведет. Поэтому, друзья, в первую очередь, да, воспитание, образование, потом только спорт. Отличные слова, Вась. Арман, ты сам человек творчества, человек искусства. Ты сказал то, что ты снимаешься и в разных фильмах, сериалах. Вот, и есть ли у тебя что-то связанное со спортом? Вот ты сказал то, что ты вроде бы занимался. Я тоже занимался так по школе, тем всем футболом. Играю в медийный футбол с Василием. Гимнастика, да, футбол в этом футбол, там-сям. Ну, есть расположенность к спорту. Я не просто так к этому пришел. Я тоже не просто так, типа, ой, взял, захотел, пришел. Я думаю, я сейчас тиктокер, на меня сколько смотрит молодого поколения. Но у меня же есть к этому расположенность, значит, я могу показать. Если бы не было бы, я бы не пришел бы сюда как вайпнот и, наоборот, еще хуже бы не сделал бы. Он хуже сделал. Наоборот, ребята молодые вообще отреклись от этого. Типа, блин, зачем нам так пойти, нас что, пизбили, что ли? Вот, этого не надо. И я не хочу вот этой грязи, я хочу здесь показать, что можно сюда прийти, можно отстоять свои права и можно все грамотно и красиво сделать. Не обязательно вот это, ну, то, что происходит обычно, клоунада, можно сказать, да? Я понимаю, людям нравится смотреть вот эту клоунаду, всю вот эту, всякое, цирк этот, но тоже грань должна быть. Потому что этой самой клоунадой, соответственно, тоже мы учим детей плохому. Баланс нужно соблюдать. Окей, Арман, ты сказал то, что ты играешь в футбол, занимаешься спортом. А что именно вот по поводу боевых единоборств? То есть... Боксом занимался, ну, по школе. По школе тоже, также да? занимался да, боксом, боксом, да? Ну, я думаю... Ханча жылғатсын? Где-то 3 года участвовал по школе. Менің көп қатысқан екенсің ғой? Ну, брат, мы сюда не спорить пришли, кто сколько занимался. Түсінбедім. Біз енді спорласуға келмедік қой, кім қанша занимался? Не знаю, мен спорласып атқан жоқпын. А, ну... Білмеймін просто. Қазақша түсінесің ба жалпы? Жақсы сөйлейсің ба, былай түсінесің ба? Түсінемін. Мүмкін кейбір жерлерде дұрыс емес айтып қалармын, бірақ өзім орыс мектепті бітірдім. Бірақ қазақша тырысуға айтам. Негізі үстіп қазақша сөйлеп тырысып жатқан жігіттерді мен өте қатты қолдаймын. Өткені жаңағы болады кейбіреулер кішкене акценттері болады сөйлегенде күліп оған ха-ха, хи-хи деп ондай қажет жоқ. Қазақша сөйлеп жатқан жігіттерді қолдайық. Сол үшін дұрыс. Енді қара, Нұрдәулет. Сен айттың, боксқа қатыстым деп, е? Мектепте қатыстым деп. Да, мектепте, о. Қарсыласыңды сен көрдің. Сен жақтан бір енді TikTok видеоларын айтып атсың, шаш бояу. Сенде бір недооценка бар ма осы қарсыласың туралы? Бұл бой саған оңай бола ма? Енді оған түріне қарап, үйтіп, іштен айта алмайсың ғой, негізінде. Қарап тұрсаңыз, мен бұдан аз қатысқан екен боксқа. Былай есептеп қараған кезде, сені былай нәтиже бар ма былай бір жаққа қатысып жоқ енді тарттардан... мен тоже облыс сондай барып сондай сондай болды ғой областныйдан ба областной сондай орындар бар ғой айту керек бірінші орын екінші орын дегендер бар орын енді болады ғой по любому сенде жоқ бірінші орын менде ма менде бас жүлде бар бауырым молодец мен қуаныштымын менде сондай соперник бар екенімді что тоже қатысқан зато красивый бой покажем а то я думал я переживал захожу в инстаграм я конечно не сужу ничего не говорю но просто думаю блин захожу там постоянно с гитарой, даже сейчас с гитарой, типа, певец такой. Да, я всегда с гитарой. А чё, брат, почему с гитарой? Я же включил такого же, как и везде. А чё, брат, чё с гитарой? Я октагонга, вот с гитарами шахпырым. Октагонга? А чё сюда принёс-то? А чё здесь сахарный гитарам? Она трогает, ну, после инстаграм, да, гитара, туда гитара, анда гитара, типа, только с гитарой там, походу, что-то мучишь ты там, да, всегда? Сан, гитарам, она трогает, ага?
давайте оны мен саған подарить етейін осыны. Сен осыны ал, алсай. Ертең бойдан кейін, если что, отыласың ғой бұйыртса. И сол кезде осы гитараға алып, мен есіңе алып отырасың. И, кстати, этот жағыңды постоянно качать етіп жүрейік. Сейчас. Не дейсің? Жағыңды. Не? Көп сағышына. Не үшін? Качать етіп, качать етіп. Ты зачем сейчас на меня вот так, ну, что-то, ну, стараешься как-то обидеть, как-то... Я говорил, не хочу, вот эта гитара, брат, вот эта гитара. Вот это вот, твое лицо завтра будет на октагоне, понял? Вот это, я, вот так, понял? Не хотел я грязи этой, нахуй начинаешь? Мне саған нормально уважение берем, дұрыс па? Зачем эту грязь начинать, вот это вот, наружу выпускать это все? Мен саған уважениемен берем гитаран. Сен гитаран сындырдың ғой, а? Ертең жағыңды конкретно дұрсап тұрып качать етпей. Давай конкретно, жағыңды сындырасын. Прям сындырасын конкретно. Качать етіп келіп тұрмын, мен саған. Просто ескерту жасап тұрмын. Качать етіп келіп, просто. Базар жоқ, базар жоқ. Кешке давай барайын, үйретіп жүресің ғой качать еткенін. Қайда келесің? Білмеймін, айтасың ғой. Үйретіп жүресің ғой там, адрес. Туда-сюда. Сен актогыңа жетпей жатып не рубить еткің келіп тұр ма? Жоқ, рубить еткенде емес, просто ну енді сен айтып жатсың ғой, мен білмеймін мысалы қалай качать етуге керек. Жоқ, сен не үшін сындырып тастадың гитараны? Жоқ, сен мысалы уважениемен берген. Сен өзіңше болып кеп, на гитараны ал, ертең еске аласың. Ну зачем? Зачем это? Ертең намысыма тиіп. Не үшін намысыма тиіп? Ертең отылған кезде, отылған кезде. Маған базар жоқ, если сен от души брат саған гитара. Ертең отылған кезде, отылған кезде неңмен еске аласың мен? Еске аламыз ғой. А, кстати, может, жағың мүмкін сынып кетер, сол кезде еске алып отырасың жағыңды. Брат, вообще, не в тему. Не в тему, потому что сен менің қазақшам тілім түсінбей отырсың. Түсініп отырмын мен сен, дұрыс түсініп отырмын бәрін, ну вообще не в тему. Да, с гитарой, конечно, жалко очень, да. Мне нравится, что он говорит, челюсть качай, жвачку, и все команды жуют жвачку. Красавчик. Строк, джах, да, постоянно качаете на жвачку. Енді, өз қарсыласын туралы не ойлайсың? Саға спорт жағынан, екеуі бір тең-бе-теңсіңдер ма? Қазір ойлап отырмын да, братан. Мен тренинг істемей қойсам болады екен жалпы. Неге? Именно осы арманға қарай деймін да. Тренинг істемей қойсам болады екен. Бекерге терлеген сияқтымын залда. Смело. Өзім тым көрістім. Да, зря тренировался, брат, все равно проигрыш будет. Типа, ну, карьеру заканчивать, зря тренироваться, ну, смысла нету, брат. Жоқ, саған просто мен айтқым келіп отқаны, еңбектенудің қажеті жоқ. Да, саған қарай. Жоқ, зачем еңбектенуге, если нәтиже болмайды? Мен еңбектенбей-ақ саған нәтижеге көрсетем. Сен уже еңбектеніп қойдың ғой. Ты уже потрудился же. Мен соны айтып отырмын ғой. Ты говоришь, я не труждаюсь, тебе покажу. Ну ты уже потрудился, брат. Мен саған соны айтып отырмын ғой. Осы уақытқа мен еңбектендім. Ага. Мен сен просто сен вообще нелеріңді көрген жоқпын мен андай бір груш ауырып жатқандарыңды неңді и мен ойладым рамазан мүмкін айтсайшы көп сөз бұл сөз десейші болды жаңа шаршап кеттім мен шаршап кеттім шын айтамын ішпіс кетті самое главное өздері тут че то тут намутили и теперь все молчите ребята бауырым шаршап жатсың үйіңе барып шығып кетті нұрдәулет давай екеуміз жоқ вы же можете там поговорить можете екеуміз алып тастайық так давайте я еще одну важную вещь скажу хайп хайпом там, друг другу что-то говорите, я все понимаю, но здесь надо соблюдать все равно порядок, да, есть здесь определенные правила, слова, которые нельзя говорить, да, это каждого из вас здесь касается. Вот это вот иногда поведение, когда вы переходите все рамки и границы, да, это уже не смешно и не весело, да, это во вред всему идет. Поэтому я бы хотел, чтобы определенные рамки. Я понимаю шоу, я понимаю хайп, все это круто, интересно, но давайте хоть немного уважать друг друга, да, как людей, поэтому считаю это важным было сказать, да, в первую очередь это моменты, да, которые там перебивать, когда кто-то разговаривает или что-то еще, хорошо? Толықтыра кетсе болады ма? Енді бізде пресс-конференцияда былай қатысып жүрген жігіттеріміз ғой, көріп жүр. На кім Мейрамбек па есімі? Сендерге айтарым, сендер енді TikTok-та жүрген адамдарсыңдар ғой. Просмотрларың бар, медиаларың бар. Жалпы сендерге қарап жастар бой түзейді да.
базар жоқ, на бойға шығақандарыңды мен құптайым как спортсмен ретінде. Бірақ олай на Россияға қарап, басқа жаққа қарап еліктемеңдер, ол өте жаман нәрсе. Одан да әдемі бір сыйластықпен де хайп жасауға болады. Просто бірін-біріңді боқтап, бірін-біріңді теуіп олай жасамаңдар. Өйткені сендерге көрген жастар, ертең оказывается осылай болады екен ғой деп, андай бірін-біріне қастық көп болады. Сол үшін, жоқ сөзімді бөлме бауырым, сол үшін не құрлым сыйластық болса, тем более қазақсыңдар, бәрің қазақсыңдар, бірін-біріңді төстен алып, бетке шабу ол болмайды. Сол үшін боқтық сөзді азайтыңдар, жастар көріп отыр. Я, достар, шынмен, бірінші сол боқтықтан бастайық, е? Бұл шынмен де артық зат. Мысалға хайп, шоу, жақсы, оның бәрін түсініп отырық. Бірақ енді үйтіп қатты бір-біріңді үстіден астыға қарай боқтау деген олай болмайды жігіттер. Сол үшін сендерге айтарым боқтық сөзді азайтайық. Ол жаңағы боқтық сөзсізде әдемі жаңағы қалжыңдап сөйлеп жаңағы хайптың өзінде жасауға болады ше негізі. Сол үшін достар соны азайтайық. Ол менің сендерге айтып жатқан жай ғана ақылым өзімнің ойым. Иә? Ешкімді отырып алып ақыл үйрететін ондай әдетім жоқ. Түсіндіріп, я, айтып отырым сендерге ше, өзім, шеттен. Вась, я думаю, нам нужно сделать стердаун нашего крайнего поединка. Читаешь мои мысли? Да. На середину бойцы. Давайте сделаем это, ребята. Покажем красочный, яркий бой внутри октагонов. Расслабься. Чего ты нервничаешь? Без рук. Зачем? Ты нервничаешь теперь? Давай, зачем? Без рук. Давай. Давай. Держи степень, нормально. Все нормально. Корпа. Аккуратно. Не смешно, ребят. Че ты боишься? Я тебя не боюсь, брат. Я тебя не боюсь. Зачем? Зачем так делать? Я так не делаю. Зачем так делать? Зачем так делать? Убери руку. Зачем так делать? Я тебя не боюсь, но зачем так делать? Сядь. Зачем позорить вот так? А? Сядь, брат. Все нормально. Успокойся. Я нарываешься. Успокойся. Хотел пожалеть, ребята, запомните эти слова. Ну и на этой ноте сломанной гитары хочу завершить нашу пресс-конференцию. А вас, уважаемые наши зрители и подписчики, хочу попросить обязательно подписаться на наш YouTube-канал, на все наши соцсети, Instagram. И, конечно же, написать в комментариях, за кого будете болеть из ребят. Вот. Хожа сегодня остался вообще без внимания. Хожа, ассаламу алейкум. Без напарника, без внимания, без вообще, без большого. Хожа должен был провести у нас бой, но так как у него травма на данный момент, я думаю, ты очень в скором времени восстановишься и войдешь в клетку нашего октагона и покажешь красочный, яркий, мощный бой. Я думаю, Хожа готов, да? Да, он готов. Он заряжен. Только имя, время, дату, готов. Травма, не травма. Поэтому, друзья, ждите наш следующий выпуск поединок этих ребят и пишите. Я думаю, армия фанатов, подписчиков из ТикТока будут болеть за Армана. Вот, на самом деле, как творчество, видео я видел, очень креативно, очень интересно. Также и Нурдаулет очень творческий, очень хорошо поет, играет на гитаре. Но я очень рад, что ребята еще занимаются спортом. Не получилось услышать нам, гитару сломали, блин. Да, я думал, чуть-чуть сыграешь. Я только хотел попросить, может, Нурдаулет что-нибудь сыграешь, да. Давай я сделаю битбокс, ты спой. Не понял. Давай я сделаю битбокс, ты спой. Давай. Без проблем. Хандая. Любой. Давай. Сделай. Нет, это не пойдет, брат. Давай я пою, ты этот лучший на меня. Таң атып, күн батуда. Ой, кеш все, ладно, батуда. Нам, короче, драться только надо, брат. Все. Больше ничего. Все, масан, кстати, президент. Все, ребят, на этом давайте заканчивать наш выпуск и будем ждать поединки этих ребят. И всем самое главное здоровье. Давайте уважать друг друга, ценить и заниматься спортом. We'll be right back.